осенний Петербург, и, наконец, вода, везде вода. Серое ощущение движения несет и нас по улицам большого таинственного города, хранящего в недрах тайны человеческих судеб. Ты ощущаешь это в серовато-розовых, желтых, голубых, зеленых оттенках жизни. Именно в этом городе, в старинном доме князя Разумовского, нам открылась великая тайна дождя. Дождя как возможности диалога с природой, с другим человеком, чувствующим дождь. Тайне дождя человеческая душа открывает свою спонтанность и чистоту. Перед дождем все люди равны. Так родилась идея театра дождя. Педагогического театра инклюзии, в актерскую труппу которого вошли ребята с ограниченными возможностями, преподаватели и студенты, лечебные педагоги, профессиональные актеры, музыканты, танцоры, художники, звукооператоры, кинооператоры. Наши актеры необычны, они многого не умеют, но открыты, доброжелательны и очень ранимы. Они с надеждой смотрят в мир и страстно желают, чтобы мир признал их. Вокруг них спокойная, теплая, благостная атмосфера. Это удивительно, ведь они с глубокими ментальными нарушениями сами нуждаются в заботе и защите, но рядом с ними чувствуешь себя защищенным, нужным, любимым безусловно. Страшно в плане того, что вот как им дальше жить, вот одним вот по жизни идти. Но вот глядя вот на эту вот молодежь, которая уже я смотрю, преподаватели, раньше были студенты, сейчас уже преподаватели, неравнодушные. Вот глядя вот на такую молодежь, вот за наших детей не так страшно. В общем-то, хорошо, что они у нас есть, хорошо, что все-таки взрастили таких вот людей, вот, ну, благодаря, наверное, руководителям, учителям. Сейчас дети закончили школу, и перед ними неизвестный таинственный мир людей. Для нас главное было не бросить друзей, потому что теперь мы за них в ответе. Когда эта мысль посетила нас, возникла идея социально-терапевтического центра, где ребята могли бы достойно быть, в котором будут защищенные мастерские, где они смогут работать по мере своих возможностей, где сможет разместиться театр дождя. Мы хотим создать дом, в котором им будет тепло, уютно, в котором будет место для счастья и покоя. А театр дождя может способствовать не только адаптации и развитию наших воспитанников, но и даст им возможность выжить, быть на равных с теми, кто лишен их страдания. Театр дождя приветствует вас! Merci.